Итак, всем привет! И это снова я, и у нас начинаются герои. Как ни странно, за время моих стримов у меня появилось добро в лицо Гэндальфа и зло в лице сущего. Гэндальф всегда творит добро, хочет, чтобы все были счастливы, одобряет. Но сущий все время отрицает, так что тенденция к отрицанию у него есть. И по мере прохождения мы будем получать или одобрение, или, скажем так, не совсем. Что ж, вот наши герои. И мы начнем. Так-то какой что подправлю еще чуток. Вот, все. Ну что ж, приступим. По традиции в героях, ту компанию, которую я начну, выбираете вы. Можно устроить голосовалку. Доброе утро всемогущему проходителю Disciples 2 и 3. Сейчас... скорее всего, придется голосовалку делать, потому что я-то в этом текст. Устраиваем голосовалку. Редактировать. Клиночек. Кровь дракона. Блин, а тут нету столько... вариантов, сколько нужно мне. Ну да ладно. Попробуем уместиться. И фестиваль жизни. Голосование пошло. То, с чего мы начнем, выбираете исключительно вы, и вы же и голосуете, так что без обид потом. Играть я буду так же, как и прошлые разы. Потому что мне так интересней. Я считаю до 10, и тот вариант, который окажется самым успешным, будет, собственно, начат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. 45% вырывается фестиваль жизни. Вы сами... Ой, я уже клинок Армагеддона. Ребят, вы уж это... Давайте еще раз до 5 считаю. Что-то туда-сюда скачет. Раз, два, три, четыре, пять. Клинок Армагеддона. Да ну вас, опять фестиваль. 45 на 45. Непонятно, во что играть. Давайте еще кто-нибудь, один голос, и вот он будет решающим. Победил фестиваль жизни. Все. 50% на 42. Побеждает вот эта вот разруха какая-то жесткая. И с неё мы и начнем.
Голосовали вы, играть буду я, а остальное не имеет никакого значения. Что ж, выбираем. Да, со сложностью беда какая-то. Так. Древнее чудище, ля-ля-ля-ля. Покажите себя и поразите древнее чудище в течение 3 месяцев. В противном случае вы лишитесь своего шанса стать королем. Ну что ж. Давайте решим, что берем. 1 чудик, 4 птички или 5 циклопов. Ну, не знаю, как вам, мне 5 циклопов больше нравится. Все же. Да и потом, мы же играем в героя, голосовалочку пилим. Циклопик. Чудик. Птыц. Я, естественно, голосую за нейтральную. И смотрим на то, что выбирают. Так. Чудик, циклопик пока держатся на лидерах. Циклопик 50%. Снова я отсчитаю до 10, и мы начнем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 62% за циклопов. Что ж, начнем. Раньше вместе со своим отцом я убивал чудищ, но ни разу древнее чудище. Чтобы претендовать на трон, я должен убить одно из этих отвратительных чудовищ. Я в предвкушении. После того, как я его убью, я буду знать, как подчинить их. Тогда я буду использовать их в моем кровавом восхождении к царствованию. Пришел, увидел, победил. Килгор. Специальность чудики. Нелегкая миссия. Стример просто чувствует, когда героев запускать. Да, все на заводе чувствуют, а он не чувствует. Думаю, надо чуть-чуть потише взять. Я знаю, какую у нее специальность, но вы голосовали за циклопов, и вы их выбрали, а я просто играю. Мне, в принципе, не важно, что, кем, чем, против кого. А сложность нельзя менять, поэтому какая есть, то и играем. Музычку я все-таки потише сделаю. Так, чуть-чуть подождем, стреляем в лоб. Следующий ход будет атаковать. Прикроем псами, их не жалко. Получим к защите. И пробьем первый стек. А второй, так и быть, пусть ходит. Да. Утро у меня вообще такое хорошее началось. Я думал, проснусь такой, высплюсь. Сыграю в героях. А сам вчера траванулся, и все утро мне было так хорошо. Ну да ладно. Превозмогая все это, мы будем играть. Насчет скорости под описанием написано, что менять я ничего не буду. Толпа наездники на волках. Если же чуть-чуть посложнее. Жалко, нельзя было их сразу вниз откинуть. Ну, тактика, это
не то, что мне нужно. Хотя, если взять в расчет, что у нас герой мордоворот, то тактика то, что надо. Так, мы можем сделать следующее. Во-первых, отманить на себя вот этими гремлинами и... А, можно и ударить уже. Ударь, но мы их потеряем, там несколько штук. Вот, а этими псами просто прикроем проход. Видите, они будут вынуждены бить моих гремлинов. Мне их не жалко, в принципе. Пусть дохнут. Здесь же их и оставим. Рулить будем на циклопах. Раз больше нечем. Слишком много потеряли, могли этого не делать, но это не важно. Мы их всех восполнить всегда можем. Так, форт, кузница, кузница. А построим гильдию магов для начала. На следующий ход у нас будет кузница. Слушайте, все, что надо. Только замедления нет. Денечек отсидели, получили свои очки передвижения. Берем подвозку и возьмем орков. Их 7, но этого хватит. Гремлинов тоже оставим, разделим. Огры. Огры мне, в принципе, не нужны. Наймем двух гремлинов. Сейчас не до этого. Так, тебя сюда. Все. Так, давайте заберем лесопилку. Довольно так немало тут гремлинов, но у меня все под контролем. В любом случае, и у нас все будет хорошо. Даже слишком. Какая жаль, потеряли сразу кучу псов. Но они на то и нужны, чтобы теряться, поэтому не жалеем. Все, пробили, получили экспертное нападение. И чем дальше я получаю все эти навыки, тем больше понимаю, что чудики в армии как бы пригодились бы. Но это не особо важно. Так, псов надо пробить, их надо пробить, но не сейчас. Нужно забрать камни и построить гильдию магов второго уровня. Хотя нет, давайте баллисту построим, возьмем ее. Мы все помним умничку. Умничка — это такая штука, что пользы больше, чем вреда. Поднимем боевой дух, какой-то он у нас упадочный, и нападем. Героев я плодить не могу, да и не буду. Я бы и не стал этого делать. Максимум там 5-6. Нападаем на орду гоблинов. На этот раз 300, это плохо. Привет, а какую дали, стой, играем. Обычно я, правда, на пешке играю с манией величия, но тут что-то не до этого. Закрываем его. Гремлины нужны просто выдержать один удар. Больше от них ничего не требуется. Единственное, что плохо, мои орки получат чуть больше, чем надо бы. А. Не, все-таки получат. Но это будет слабенький урон, поэтому все хорошо. Сделаем иллюзию прикрытия. Можно молнию кинуть, но зачем? Что мне сделает эта жалкая кучка гоблинов? О нет, я потерял единичку. А, на тебе камнем по голове. Все, убили. Так, склянка с жизнью. Имеет смысл взять. Так, орда налетчики. Шестой день.
Только я вот на этих собак пока. Чувствую, ничего хорошего не получится. Поднимемся, боевой дух, накинемся. Хотя они улучшенные. Орки. На орков нападем, возьмем топорик. Довольно их много тут. Ну и хорошо, в принципе. Так, у меня есть. О, да. В общем, что-то я тут да потеряю 100%. Хотя песик добежал. В любом случае, давайте блеск благословления кинем на циклопов. Первый выстрел мы заблочим псом. Стрельнем в нижних и гоблином идем вперед. И опять вперед. Все равно стреляем в нижнего. Вот редиски, а знают, кого бить. Если я сейчас все правильно не сделаю, я потеряю одного циклопа, это будет беда. Кинем блеск на орков. Ударим вот в этих товарищей. А жаль, я бы хотел заблочить верхних, но да ладно. Орков теряю. Ну, орки фигня. Орков можно и нанять, а вот циклопов будет очень жаль. Плюс это все за топор, оно того стоит. Все, что мне надо, будет просто поднанять мясо. И это надо сделать до того, как я начну получать по щам с циклопом. В принципе, хпшек должно хватить. И хватает. Все, топорик наш, особо ничего мы не потеряли. Ну, мне важны были только циклопы, на самом деле. Что же брать, навигацию или логистику, я даже не знаю. Это печаль. Что-то у меня много денег как-то. Форт. А смысл форт строить, если... Хотя... Смысл был бы, если б я успел цитадель воткнуть. А так как герой у нас немножечко с головой не дружит, то... Все это тщетно. У нас нету мудрости, поэтому третью гильдию магов строить нет смысла. Рынок. Ну давайте построим рынок, ну чтобы был. Теперь возьмем огров с собой. Они подкопились, и этого количества нам хватит. Орков тоже берем. И немножечко псов. Они чуть быстрее. Хотя нет, давайте гоблинов. Да. Разделим их по одному и не трогаем, пусть они копятся. Потом мы вернемся и наладим все как надо. А, циклопов можно строить. Тогда следующее здание будет у нас форт. Толпа налетчики. Зайдем, поднимемся, боевой дух. Навалимся на эту толпу налетчиков. У нас уже 7 атаки, неплохо. Толпа орки-вожди. С вождями посложнее. У меня нету одного дерева, чтобы построить форт. Печалька. Но это вся фигня. Нет. Я лучше денек подожду. Оп. Опа. Удачно на самом деле, что их целый стек один, непобедимый. Если бы я знал, что так случится, я бы и на нижних напал. Но, ладно. Мы максимум теряем только одного гоблина, или хоб-гоблина. И все. Очень интересно. Да не важно, сколько их там снизу. Если это один стак, он расстреливается на ура. Так, теперь у нас есть три магии, это очень мало. А почему у нас только три? Потому что я денек не сидел в замке. Беда. Ну да ладно. Не важно, насколько их больше.
Как я уже сказал, это все так себе. Так, что мне нужно? Мне нужны птицы, правильно? А, все есть? Так, кристаллы мне нужны, а кристаллы были вот здесь. Я зайду домой на один ход. Я буду играть на эпичность, то есть... Это не на показуху какую-то, не на понты там какие-нибудь кривые и так далее. Именно на эпичность, чтобы было прикольно смотреть. То есть, если вдруг я проиграю где-нибудь, я загружусь и буду пытаться, это пока не получится. Вот. Идем на эту орду налетчиков. Я хочу до 7-го дня отстроить циклопов. У меня это получится, в этом я не сомневаюсь. Строим цитадель. Кстати говоря, о циклопах. Да, только цитадель нужно воткнуть, и все, их потом будет больше, пробиваться все будет намного легче. Кстати, золото потом. Действительно, намного больше. Так. С орками можно распрощаться. Огров тоже кидаем в расход. Мне нужны только циклопы. Я уже это говорил неоднократно. Блеск кинем на циклопов или все-таки... Не, кинем благословение, пусть он будет одобрен мною, Гэндальфом и сущим. Бесрезен тоже с ним. Гоблинов кидаем вперед, чтобы хоть как-то на себя отвлечь внимание. Снизу прикрываем нашего циклопа. Огр стоит также снизу. У него работа бить. В упор прям. Мочим бедного пса, еще раз его пинаем. Он свою работу сделал. Огр получает к защите. Привет. Как я говорил, с орками мы распрощаемся. Этот гоблин сыграл свою роль, но они, в общем, проперло им на моральку. Убиваем самый... Не убиваем, ну ладно. Долбим самый плотный стак. Так, в защиту идем. Чем больше защиты будет у огра, тем дольше он простоит. Куды? Ну ладно. А жаль. Ну да ладно. Так, следующее. Благословение на огра. Бум. Это ГГ. Для кого? Из. Убиваем налетчиков первых, вторых. Все. С минимальными потерями пробили. А, уже волкам, да, ну понятно. Деньги мне не нужны, поэтому беру опыт. Землю обязательно. Еще бы воздух взял, если бы был. Я вот не люблю такие темы. Это, говорит, ГГ. Волкам. Волкам сразу ГГ было. Давайте сохранимся на... Автосейв. На... Вот это. Магия огня, говоришь, там? Идеальная магия огня. Ладно. Взяли и взяли. Кстати, 7-й день, тут какие-то орки стоят. Но это не имеет значения, мы строим пещеру циклопов. Ну, у тебя была магия огня, но тут все-таки существует элемент рандома. И мы его только что пронаблюдали. Нужна ли мне дипломатия? Дипломатия, если ты ее берешь, она по цепочке умений подзывает магию воздуха или воды. Так что дипломатия мне нужна. Берем огров, и этого мне достаточно. Хотя нет, давайте возьмем псов.
Именно... А, у меня псов-то нет. Печаль. Тогда улучшим циклопов. А мне денег может не хватить, да? И чего? Маны у меня 2. Подождем один денек в замке, потому что ход кончился, и мана мне нужна. Плюс мне нужно улучшить циклоп, у меня денег по-прежнему нет. Что можно отстроить интересно? Вообще мудрость мне нужна, но ее нет. Улучшим гоблинов. Наберем их. Ну сколько? 5 нужно. Берем ровно столько, сколько нужно. Давненько, конечно, героев не играл. Сначала Disciples 3, потом Plants vs. Zombies. И теперь снова герои. Что ж, выдвигаемся на золото. Надо за 3 месяца, да, пройти. Он, наверное, где-нибудь здесь вот тусит. Или здесь. Ну, в общем, где-нибудь в углу, потому что если бы я сразу пришел, было бы... О! Ожерелье хорошее. Колечко хорошее. Мне нужна вот эта баночка. Но баночку мы возьмем потом. Орки не хотят со мной драться, бить я их не буду. Может быть, и нижние это побрызгают. Им же как бы лучше. Улучшим орков. Улучшены они уже чуть-чуть по... нажористей будут. Что ж, нападаем вниз. Оп, и не хотят. Я не хочу драться со стрелками, мне... Не хочется единички терять, я получил замедление. Прям по заказу. Берем шлем череп, у нас чуть-чуть побольше знаний теперь. Знания это хорошо. Так, идем наверх. Тут мы давайте построим столовую. Чуть больше нам этих гоблинов будут давать. Мясо это всегда хорошо. Так, что у нас здесь? Серо, неплохо. Тут ничего. Тут псы. Давай биться. Не добежали, чуток. Карта нас опрокинула в этом плане. Замок. Есть ли смысл его строить в данный момент? Это я его не вижу. Камни есть где-нибудь? Нету. Тогда ладно. Строим хранилище. Надо было это чуть раньше делать. Но ничего страшного, мы и так пробьем. Так, орда налетчики. Оу. Привет и тебе. Что ж, их реально орда. Циклопов уже 10. Кстати, их можно было поделить по 5. Они довольно жёстенькие. Жалко, у меня нет никакого кольца холода, я бы тут отжег. Что ж, мне не нужно благословение, мне не нужно ничего.